Пока. Из-за решеток, из-за всего, ни машина, ничего не видно. Ну ладно, если вверху не видать. Ладно. Батарейка заканчивается, ничего себе. Быстро. А у меня больше ничего нету. Как красиво. Ой, чай снимаю. Вот, вот немножко. Вот у нас на столе, а румки, а выпить чего-нибудь есть там? Ну так, ничего, легкий закусом. Проводим. Вы член партии? Нет, я ее мост. Можно, только не включать. Ну-ка. Можете ее поздравить? Нормально. Нормально. Бальзамчик и водочка. Лучше ничего нет, так и будем весь следующий год с бальзамчиком и с водочкой. Ну дай бог. А все остальное, ну и нафиг. Ну-ка, сними меня моей кофте под елочкой новой, недошитой. Вот. В лесу родилась елочка, конфеток там нет, ни одной конфеты. Они повесили, ну ладно. В новом году повесим. Ладно, повесим, перед Новым годом. Потому что батарейку перезаряжали, а еще только 11:30. Ладно, буду дошивать, потом что получится. Ну что получится, то и получится. Ну, мучиться, что-нибудь там получится. Да, Кысечка. Хорошо, потом будем танцевать. Мы как Новый год должны встретить, так и будет весь Новый год. Так да. Что будем строить музыку, будем там. Да. Давай, Кисечка. Ну, вот Кисечка. Ой, Лей. Песня вся, песня кончилась. Даже ну, не ладно. Танцевала. Как лошадка сказали, волосы распустить что-нибудь, начал найти. И как весь год будем отмечать, как лошадь. Бегу. О, блин, чуть не наступила на эту штуку. Так и весь год не пройдет. Я как лошадь бегу, конечно. Так и буду весь год бегать, да? Да, Кисечка. Да? О, ну ладно, иди, я тебе теперь сниму. Должен бегать, хоть ты и один больной, но ты должен бегать. Мне не нравится такое выражение у тебя. Какое? Надо бегать. Бегать. А не зубы показываться. Да. Копай. Да. Ума нет, копай. Конечно. Как в этом фильме, надо посмотреть, да? В новом году. Так в старом и не посмотрел. Хороший, плохой и злой. Ты у меня хороший. Да. Все время хороший, но и злой. Ну и злой. Всякий. Не всякий, а злой. Ну-ка попрыгай, потому что тебе бегать придется в этом году. Тоже рысцой. Не хочу. Сказали, как проведешь? Нет. Только по проводам не скакай. Все. Ну все? Все. Опа! Еще не все поставлено. О, стульчики очень красивые. Смотрите, здорово. Красиво. Так, сейчас хозяйку снимем, что она там творяет. Очень красиво. О, стульчики очень красивые. Смотрите, здорово. Красиво. Так, сейчас хозяйку снимем, что она там творяет. Очень красиво. Так, вот такая вот мебель. Ужасно красивая. Бесподобно красиво. Так. Людмила тут готовит. А что удобно, так под цвет такой. Дуб. Отлично. И стульчики такие же самые. И вот красиво с этой стороны. Так, вентиляцию тоже вот так вот видно. А там вот подсветочка красавица. Ну что, холодильник стенок тоже хороший, отличный. Вот он на подставке, поэтому... А? А, телевизор нам сейчас пока не надо, пусть они, мужики, поговорят. Ты много вот этот газ вот такой, без духовки, просто поставь газ. Так, а вот такая мойка. Опять плита. Вот хорошая эта самая. Ой, как красиво. Ну, отлично. И ребята наши там... Вы... С этой стороны мне темновато. Ну, вообще-то вы, ребята, не видны. Хорошо. У меня есть хоть сигнализация. Очень красивые обои. Вот картиночка есть. И пол прекрасный. На толчок, на качок.
Отлично. Цена и да, другие, да. То есть и ты можешь на том, где... Ага, я его поснимала. Сейчас я вот так вот... Мне выведите. Видишь, панелечки какие красивые. Вся вот эта фурнитура такая. А все, давали достаточно. Да. Там, вот как раз вы потом можете поставить эту палочку. Вон все холодное. Ну и хорошо, что холодное. Все свежее будет. Клапана вот эти 12-вольтовые. Клапана тоже есть. Холодильник. Я говорю, я на всех стульях села, посидела. Так хорошо. И стол красивый. Ты говоришь, тебе надо еще посуду потом купить, да? Видно откуда? И Марсик пришел. Вот розетка мощная стоит, и вода, и баночка. Красивые очень стаканы. Вот такие, я не знаю, может быть, отличнички остальные. Или маленькие. И штофик красивый, маленький. Ну, эта штука, хватает, конечно, красивая. Это сошел, смотрите. Вверх мясо. Она смотрится хорошо. Она, да. Да, кстати, о вытяжке, если вот так, да, вот нам я тоже надо. Хозяину надо здоровее кресло заказать. Да. Но это не поздно, ты можешь себе еще одно кресло заказать. Сюда такое. Некуда. Очень все красиво. Балко, все. Да. А мы потом нальем Рафея, чем мужчина. При мне в магазин, там на Бахусе. Я не ждал, зашел в магазин, смотрите, вот сколько. Да, оно как-то в продаже. Так, Саша, сейчас что-то по-моему. Куда? Есть, да, есть. Да, берут его хорошо. Вдвоем здесь. Ага. Я как-то брал там, один раз, по-моему. Здесь есть. Он, Саш, сними-ка и меня тоже, Саш. Бутылок, а? Так. Ну вот. Так что, может быть, тогда это самое? А я не знаю. Ну, открывай. Давайте, давайте. Раз вы у нас... Так, ну-ка, сейчас я отойду, чтоб все попали мне в кадр. Вот. А ты, Саня, не попал. Тебе удобно так всем, да? Сейчас всех увидел. Всех увидел. Рома, иди сюда. Ну ладно, мы потом его снимем тоже. Советское шампанское пиво. Ну, советское. Ага. Оно, ты знаешь, уже советского нет ничего. Так. Все еще советское. Да, вот так, 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 так. Красиво. Кыська, поверни личико, ты потолок. Там что-то и вообще. Потолок какой хороший такой. Потолок у меня. Потолок, никто не понял, до сих пор это вот. Да. Только не потолок. Потолок жалко, да, он очень... Да. Не надо. Да, так, в окно. Не, Саша, я не, ее просто можно, знаешь, это самое, как обычно. О! Все нормально, есть. Все. Ну ладно, еще вот покажу чуть-чуть, как наливают. Как пенится все. Вот. Вот это вот все, что было. Ну ладно. Так, кто у нас еще? Пробка не закрывается. Про правила этих самых, про катастрофы. Давай еще раз звон появился. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом всех еще раз. Как всегда нельзя. О, ничего, я вижу. А это, подожди, а это у нас... Устрица, вареный дождевой червяк, куда сказал. Не врет это. Как будто это вареный дождевой. Вот, это устрицы у нас, вот. Да. Всем покажем. Ну, слушай. Шампанское вкусное. Очень вкусно. Я же покажу, почему. Ну, потому что теплая. Компания хорошая. Потому что я последняя компания хорошая. Компания хорошая. Да. Ну, ладно, давайте тогда за всех, за компанию. Что это? Я уже на это. Я держу все время бутылку в руках, мне уже. Смотри, как он. Профессионализм уже до такой степени подрос, что. Ой, молодцы, ребят. Ну что? Людка, Люд, посмотри сюда. Молодец. Молодец. А что, ты ее критикуешь? Она у тебя всегда на уровне. А если она сегодня и не собиралась банкет устраивать, так ничего. На праздник было красиво. Я требую продолжения банкета, да? Да. Ну давайте. Ой, ну чокайтесь, я вас буду снимать. Я давайте, выпивайте, я вас... Самый красивый момент. Сашенька? Сейчас. Что там делаешь? Водички налью. А, водички? Да, с водичкой. Ну давайте. Шучу. Слушай, а тетя Нина все время хохочет, смеется, вспоминает свою молодость. Вообще, нам оторваться дала там. Ага. Да, молодец. Я около... Ты знаешь, там соседку, говорит, подселили. Она говорит немножко, я ей показываю, что я глухая, но у виска крутну. Она подумала, может, свой адрес. И теперь босс спиной, лицом к стенке спит все время. Ага. Отвернулся от всех. Ага. Ну, здорово. Ну, давайте за вас, ребятки, давайте. А ты чего хочешь? Ай, молодец, он хороший. Это у меня есть.
Люд, давай, попробуй, Люд, лекарство на вещи. Я вчера целую тарелку салата ему дала, он не стал, нет, не стал есть, я его выбросила сегодня. Да, его дает. Не очень есть, очень свежий. Лучше ярко, чем... А здесь что, сгорела ставка? Совсем. Ну, ярковат, вот как получится. А то я ж не буду вас там, из машины я вас могу снять, а на улице ж я не буду привлекать внимание. Конечно, да. Не, ну мы так, дорога дальняя предстоит. Поди-ка приехали с камеры, да? У нее заложена пятая передача, заложена 8.80, чтобы на прямой шла экономично. А если ты включаешь у нее, значит... Я вот так вот, значит, люди нормально. Самое. Нет, ну у него же не такая. А, это да. Что деньги надо собирать. Обязательно. Если ты собираешься что-то купить... Отнести сюда... Повозил частями, где-то вместе на колёнке, платил на колёнке, нам предназначено. Лучше, понимаешь, где-то прижаться, вот, но деньги собирать. Если бы раньше бы начали, бы не денег. Люда мне тогда еще говорила, давай, мол, несколько лет назад, может быть, тоже он Андрей купил, блин, молодой парень. Понимаешь? А тело начинает болтать тебя вместе с камерой. Ну и что, ничего страшного. И потом также будет болтаться на конечно, кране, да? Конечно, конечно. Но все равно хорошо. Нормально будет. Вот так. Я, ребята, одного не понимаю. Вот здесь... Ну вот, Демидов. Роснефть. Да ему нафиг не нужен. Если бы у него было богатство, никто или ничего что-то. О нем даже и не да. вспоминал, и не беспокоился. И вот и Алексей. Так что она, видишь, как она говорит, единственная боялась, что не дай бог, и дед сляжет. У меня, понимаешь, вроде нос был только так, а кашля-то не было. А тут, конечно, еще и горло прихватило. Ну, и собака белая. Ну, да, какой ангар здоровый, да. Не зачем, не нужно, ничего не надо. Вот, ну, видишь, какая-то типа, это тоже, это а, потом это... себе сделал, маленечко так это, раз... Я смотрю, понял, скидомайте вот длинные, вы стоят вот. Ага. Ты Диане купил, говоришь, что купил? Купил ты Диане кофейный лик? Что? Ёлочки красивые. Или находить себе женщину в квартире? И с ней поживать, и строить себе дом, вот так вот, понимаешь? Да. Вот на варианты все проиграют, вот так еще можно. И женщина, вот это. Строить? Делаешь фундамент, привозишь суп, вот, покупай, и миды, вот, куда дальше. Грима ты, без грима. Вот возьми чай зеленый, который я купила. Видишь, мне нету, понимаешь, смокингу. Иди мой чай сними зеленый, думаешь, я тебя снимаю? Так, ты, лепестками. Какой, куда его, выбросить в окошко? Да. Ты уже его тут банку ковыряла, ковыряла. Не я ковырял, ты ковырял банку. Нифига, у меня такого нет. Ивочка, что ты меня снимаешь, а я около елочки. Да, ну вижу, что около елочки. Такой запах, вы думаете, какой-то вот неизвестный. Понимаешь? Вы ошибаетесь. Именно сейчас вам необходим особенно эффективный антиперспирант. Такой, как новый роликовый антиперспирант Rexona Oxygen. За один вечер. Ой, какая пробочка. Лучше, чем любой красивая. Очень духи красивые, да? Бутылочка красивая. И недорого. Красиво, да? Ой, падай. Чё ты елочку не зажёг? Сейчас зажгём. Сегодня же праздник, да? Рождество завтра. Ночь перед Рождеством. Завтра Рождество. Мама будет своя сейчас позвонить. Смотри, сколько же здесь миллилитров? Я даже не знаю, 15, что ли? Нет, ну меньше 50 не бывает, 100. 100. Ну да, обычно 100. Какая пробочка? Как рюмочка? Красавица, такое бы посуду бы себе такую не на стол. Вот красивый рюмочка были. Очень красиво сделано. Вот как красиво. Надо меня уже снимать. Ну, хорошо. Мы с тобой вдвоем сегодня. Никаких у нас праздников нету. Хорошо. Ты свою холку крутишь, не крути. Иди к елке. Какое выгодное. Выгодное у тебя освещение. Отлично.
пошло. Это еще, наверное, не все. Ну, разворачивайтесь. Как в фильме «Комедия террора».